Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть Снайпер Призрак. Вторая часть операции Архангел. Ну давай, рассказывай, как методично вырезают народ. Какой-то там сукин сын. Сержанты Андерсон и Медекс. Да, сэр. В Боснии складывается чертовски дерьмовая ситуация. Поскольку вы лучший снайпер и наводчик, которых может предложить Беннинг, мы решили направить туда именно вас. Сараево сейчас осаждают сербские войска. У нас есть достоверная информация о творящихся в городе кровавых бесчинствах. Главный их инициатор — этот сукин сын. Майор Марко Владич. Отряды ликвидаторов Владича методично вырезают гражданское население в районе Стариград. Со всем уважением, сэр, но почему этот ублюдок еще жив? НАТО не может действовать, пока не предъявит журналистам неопровержимые доказательства преступлений Владича. По городу гуляет старуха с косой, а вы отправляете нас туда как папарацци? Ваша задача — встретиться в заданном месте с информатором ЦРУ. Местный жулик, фамилия Меринов. Он будет вашим проводником. Как только снимете на пленку преступление Владича, сразу убираетесь оттуда. А если наткнемся на Владича? У вас четкий приказ, капитан. Сделайте снимки. Потом уже поговорим о Владиче. Все поняли? Да, сэр. Удачной вам охоты, господа. Не понимаю. Какой-то бред. Понял. Стрелите его. Сигнал показывает, что ты в 2 километрах к юго-востоку от окраины города. Разведка сообщает. Армия сербов полностью блокировала Сараево. Будь очень осторожен. Я сама осторожность. Говорят, посоветовать этот контакт командованию было твоей идеей. Кто он? Просто мелкий жулик и подонок. Когда мы были в Афганистане, он пытался впаривать очищенный спирт под видом выпивки. Но поверь мне, кто-кто, а этот на территорию врага пролезет точно. Он приведет нас к Владичу. Ты хочешь сказать, к доказательствам? Ну да. На 12 часов так держись. Поправлюсь. Никчемный металлолом начала 90-х. Чисто сделано. За мной. Ты там и нахрена. ЦРУшники не станут назначать встречу в самом центре боевых действий. Ага. Интересно. У ЦРУшников была веская причина назначать встречу в эпицентре боевых действий. Разве они больше не закапывают трупы в лесу? Как всегда циничен. Судя по тому, что я слышал, парень дешевка, и он сам настоял на встрече в этом месте. А еще сказал, что там получатся фотографии высшего сорта. Еще меня называешь циником. Вижу одного будущего мертвеца в окне. Первый этаж того дома. Слышу тебя. Хотя пуля должна была сместиться через стекло. Внутри движение. Заходим потихоньку. Я на точке. Прикрой мне спину. Сделаю. Наконец-то хоть одно серьезное дело. Потом похвастаешься, Карл, у нас есть задание. А я-то вверх закрыт. Думаю, что Уиллер — это главная зануда во всей операции. Давай, двигай. Внимание, 2, 3 цели. Одна в окне, 2 снаружи. Вступай по сигналу. Первая цель у левого крыла здания. Курит там. Твою мать. Все? Курит. Все, докурил. Патруль приближается. Черт, давай за мной. Давай. Здесь они нас точно не найдут. И не увидят. Это факт. Ой, патруль, ни хрена у вас там, ребята. Орда целая. Чё тихо ты мне еще рот позатыкай. Ползи давай. Чё встал там? Не шевелись. Ни хрена вас, ребятки, я хотел пострелять вас. За мной. Впереди еще остались, да? Трое. Че, ножки картошки перебить?
Нет, смотрите-ка, они уходят. Этот урод мой. Бери, бери его. Вали его. Под колеса его. Бежим. Кажется, они направляются в город. Нужно поскорее закрыть сделку. Войну больше не выигрывают пушками. Выигрывают, подкупая за булдык в подворотнях. Ну, все не совсем так. Слово и образ не слабее пули. Чтобы добиться своего, нам понадобятся политические рычаги. Черт, приятель. Мне становится все сложнее любить. Стой. Впереди очень много врагов. Не стоит лезть в бой. Лучше обойти их. Иди за мной и будь начеку. Конечно, шеф. Блин. Это помещение какое-то сталкерское. Оставь его, он слишком открыт. Да их всего трое. Ну, он там еще. Там еще один вот. Еще один справа. Не стрелять. Да почему? Еще и не стрелять. Стой. Стою, хоть дой. Выдвигаемся. Будь начеку. Я всегда начеку. Нюх, как у орла, и глаз, как у собаки. Да. Вот такой вот я. Еще двое патрульных. Пусть пройдут. За да мной. Пусть. Я что, против? Патроны нынче дорогие. Но их никто не оплачивает, поэтому пусть проходят. Беги, беги. Впереди контакт. Снимаем их по-тихому. Второй. Ага, вон он как расположен. Так где ты? Вот он ты. Подожди. Я там задачу облегчил. Я молодец. На. Вот такой кровожадный, да. А что, нам туда не надо было? А это еще что за фигня? Это не просто выброс дыма. Иначе он бы уже развеялся. Давай побыстрее. Твою мать, ложись живо! А что это? Очень рискованно, Карл. Напомни потом, что тебя слушать нельзя. Не дрейфь, напарник. Я же рядом. Тебя ждет снайпер наверху. Ждет. Все верно. Дождался. Немного усложним правила. Ну как одним выстрелом. Так сойдет. Усложним. Усложнитель. Эх, Вася. Реально, Вася. Я ж все делаю красиво. Ух ты. Кажется, мы влекли. Наверное, остатки хорватских ВВС пытаются отвоевать плацдарм для своих. Они, наверное, сумасшедшие. Летают так низко по носу.
конце квадрата. Если у тебя есть с собой взрывчатка, иначе нам придется обклеить орудие $100 купюрами и ждать, пока их растащит по частям. Да, все вижу. Надеюсь, летчики хоть раз прокатятся в этом деле на работу. И крой меня, я выхожу. Так. Подождите. Стреляй уже. Устанавливай С4, живо! Так. Есть. Подбил. Еще один где-то прячется. Ты где? Установи С4 на орудие. На! Я успел вперед. Так, аптечка есть. На автобусе нет аптечки. Надо будет пожаловаться. Устанавливай С4, живо! На, вот под труп подложил. Заряды установлены. Выбери подходящие дистанции, отправь их на тот свет. На! Расчет орудия мертв. Двигайся вперед, уничтожь другое орудие. Давай. Меня, да, справились? Ну, это хорошо. Но мне эту аптечку все равно надо. Ты бы хоть мне показывал сторону, где аптечки находятся. Так. Заложили. Отходим. Устанавливай С4, живо! Установил. На, смотри, как красиво бахнуло. Сработало! Силы продвигаются к северу. Не знаю, надолго ли, но нам надо исчезнуть. Встретимся позднее у подземного перехода. Хорошая работа, Кол. Его крутейшество Мэддокс похлопал меня по спине. Давай. Я об этом мог только во сне мечтать. Этот парень. Аптечка. Смотрит в сторону перехода. Идем. Так. Кто-то идет. Прячься. Ну ни хрена себе, прячься. Блин, блин, только я, ну а что надеялся-то? Там собака еще была. Силы продвигаются к северу.
Не знаю, надолго ли, но нам надо исчезнуть. Встретимся позднее у подземного... Так, хотя вот так, подожди. Хорошая работа, Кол. Его крутейшество Мэттекс похлопал меня по спине. Я об этом мог только во сне мечтать. Да подожди ты, во сне мечтать. Этот парень должен ждать нас по ту сторону перехода. Идем. Кто-то идет. Прячься. А можно было бы так, стрелять по ним. Если что, я даже прилягу. Ладно? Да подождите! Короче, надо было стрелять все-таки. Прикрой меня, я ставлю заряд. Прикрой меня. Быстрее становится все дерьмовее. Сам вижу, заткнись, не мешай. Так. Готово, уничтожим их. Давай, давай. На. Давай. Где-то еще один. Еще где-то один. Взрывай. Вот и все, уходим. Про это я и говорю. Вы Андерсон, верно? Меринов? Собственной персоной. Уже наслышаны обо мне, а? Резюме потом пришлете, сейчас речь о другом. Американцы, всегда вы куда-то спешите, бежите. Учитесь расслабляться. Бутылочку водки, симпатичная девушка, чтобы кровь не стыла. Что за стереотипы? Гостей найду без проблем. Потом как-нибудь. Мне сказали, вы знаете дорогу. Да, к несчастью. Ни за что на свете не хотел бы возвращаться в это ужасное место. Но души жертв Владича требуют мести. Мы ведь здесь именно за этим, да? Да. Верно. Ну и ради чемодана, набитого чистыми купюрами по $100. Кажется, я не нравлюсь вашему спутнику. И мне тоже. Но мы здесь не за тем, чтобы клясться в вечной дружбе. Чем быстрее отведете нас в лагерь Владича, тем раньше получите свои деньги и вернетесь к своей насыщенной жизни. Я все понял. Идите за мной. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Пока.